И снова всем привет. Я уже давно вернулась в Англию, как вы можете по моим видео замечать. Но вы знаете, самое интересное, что я вам не рассказала самое главное, то, что произошло опять. Вот, наверное, тоже знаете, те, кто смотрит частенько мои видео, может быть, заметил, что я, как только возвращаюсь с каких-то своих длительных путешествий, я приезжаю назад в Англию, и меня там обязательно ждет какой-то сюрприз. Вот в прошлом году, когда я из Таиланда вернулась, сюрприз был с тем, что мой квартирант, в общем-то, меня подвел, убежал, не заплатив. Ну вот. А в этом году, друзья, это вообще, конечно, тут песня была, когда я приехала. То есть случилось так, что мне вот эта вот английская бдительность, она вышла боком. Я слышала раньше, была такая история, это вот с моими друзьями возрастными. Это друзья были моего мужа, в частности Джон, его звали мужчина. Ему было 91 год, когда вот с ним случилась такая история. Он поехал со своей знакомой куда-то отдыхать, по-моему, в какой-то круиз, путешествие. Вот, очень был доволен. Он жил один в бангало, жил давным-давно один. Вот, ну и получилось так, что когда он вернулся, то у него была огромная дырка просверлена во входной двери. И, в общем, была вскрыта квартира. И самое интересное, что вот, я не знаю, он рассказывал, меня тогда это как-то не, ну, как сказать, не сильно занимало в плане того, что кто ему возместил вот это все. Но я помню, что он рассказал, что было очень неприятно, когда я вернулся, у меня была просто там эта дырка. Дверь-то, в общем-то, они там эту пластиковую входную закрыли, конечно. Но дырка осталась, они ее просто какой-то фольгой там затянули. Ну и потом были неприятности ему в связи с тем, что вот он эту дверь восстанавливал, все остальное прочее, за счет кого, не знаю. Ну и понимаете, я когда это слушала, то я подумала, что, ну, наверное, в общем-то, люди не зря заволновались. Все-таки человеку 91 год, наверное, уже такие люди как-то пользуются повышенным вниманием. Мало ли что с ними может случиться, тем более одинокий человек, понимаете? Ну и вот, как он рассказывал, как это произошло, что замечает прежде всего вот почтальон, который приносит постоянно какие-то газеты, какую-то корреспонденцию, он увидел, что ящик переполнен почтовый, никто газеты не вынимает, он, естественно, сообщил, ну, наверное, может быть, их и учат так, я не знаю, наверное, это тоже хорошо. В общем, он сообщил, что давно не вынимается почта, туда пришли, стали ему стучать, звонить, стали обходить всех соседей, никто ничего не знает, и в конце концов побоялись, что мало ли он там умер внутри, и вот ему вскрыли таким образом дверь. Ну, и я никогда бы не могла себе представить, что такая же история может и со мной случиться. Потому что, понимаете, во-первых, мне все-таки не 90 лет еще, да, даже не 80. Вот, ну и как бы вот так вот бдить, как говорится, это вообще для меня, конечно, удивительно. Вот не знаю, как вы к этому относитесь. Ну, в принципе, может быть, конечно, и правильно. Но уж если на то пошло, и вот они вот так вот вскрывают квартиры и портят даже имущество, так скажем, да, то они, в конце концов, должны сами за это платить. Но получается так, что вот они вскрыли квартиру, а потом сказали, что, ну, извините, вот вы сами виноваты, что никому не сообщили, и нам да, какие-то неудобства, и вот нас разволновали, нам пришлось приходить, проверять, открывать. То есть они еще переваливают это все на вас. Ну вот. Ну и вот у меня произошла такая же история. Как произошла? Когда я уезжала, я уже, ну, знаете, во-первых, не ахти, у меня много здесь друзей. Во-вторых, если Мартину говорить о нем, то он живет далеко, он вообще живет
в другом городе, 30 минут отсюда езды. То есть, чтобы ему там приезжать, что-то такое делать в моей квартире, я ключи не оставила, уж не знаю почему. Ну, вообще, как-то думаю, не настолько мы, наверное, близки, чтобы оставлять ему ключи. И вообще ключи я, сказать по правде, не оставила никому. Соседка у меня, дверь в дверь, вот я тоже вам показывала. И я сообщила, что я уезжаю вот только своей соседке. Внизу соседка одна и вторая. Во-первых, они недавно живут, и я их толком не знаю, это первое. А второе, у них отдельный вход. Они с нами как-то не соединяются, и даже нет от входной двери у них ключей, основной входной двери. Поэтому я, естественно, только сказала моей соседке рядом по квартире, что я уезжаю, что меня не будет месяц, если мало ли что. Вот. Ну, и она говорит, да-да-да, нет проблем, конечно, все. А получилось так, что она сама через неделю уехала тоже куда-то. Она мне об этом не сказала. То, что я ей оставила ключ от почты, чтобы она почту забирала, естественно, она ключ взяла. Ну, может быть, она просто забыла, я уж не знаю, как тут это все мне понимать. Но, тем не менее, вот моя почта также переполнилась. Почтальон, он сообщил, куда надо, опять же, что вот что-то такое. Ящик переполнен, женщина одинокая. И они мне решили проверить мою квартиру. И вот я вам покажу, как они вскрыли. Слава богу, что они мне не вскрыли центральную дверь. И дверь у меня в порядке. Ничего нету страшного. Тут все хорошо. Господи, голос пропадает. И вот как они залезли в мою квартиру. Хорошо, что они мне еще и дверь, ту основную, главную, центральную, не взломали. Я не знаю. Но у меня вот здесь вот, в этой комнате, видите, вот открыто окно всегда было. И там вот у меня соседка, у нее тоже там окна. Вот здесь вот такая вот крыша небольшая, как консерватори. Так вот они, наверное, решили, что проверят. Я хоть и закрыла, честно говоря, вот эту вот это окно, я его закрыла. Но так как оно у меня тут плохо очень закрывается, я закрыла, просто захлопнула, но, вы знаете, не замыкала вот. И, наверное, тоже это меня спасло, что я не замкнула. И что они смогли вот сюда вот, они мне тут вот это вот. Сейчас я вам покажу. Ну, вот здесь. Сейчас покажу, как показать, не знаю. Вот видите, вот здесь вот. Вот эту вот они мне поломали тоже. Штучку там как-то поддели, наверное, чем-то. Ну, то есть открыли вот в большую комнату, залезли. И, ну, в большой комнате, так как меня не оказалось, ну, вот, они пошли дальше. Вот та комната единственная, которая у меня была закрыта. Они просверлили там отверстие и посмотрели, что там нет никого, и ушли радостно, понимаете? Так вот, эта дверь у меня, она у меня теперь с замком. Я ее сделала, потому что, ну, я же ее сдаю, вы понимаете, это вот эта комната большая у меня. И что вы думаете, вот они мне просверлили дырку, вот такую вот, чудесную, да, вот огромную. Засунули туда зеркало и вот проверили, в этой комнате есть кто-нибудь или нет, может быть, кто-то уже умер. И вот тут вот такой вот один несчастный лежит. То есть, понимаете, вот такое вот дело. Я даже не знаю, как на это реагировать. Ну вот, привет. Ну вот, понимаете, что это хорошо, что у меня остальные комнаты, вот кухня в частности, вот видите, она у меня дверь не имеет, а то б, наверное, ее взломали. Вот эту комнату большую я дверь закрыла, но я ее не замкнула. В общем, понимаете, вот как бы вам сказать. Наверное, вот такая бдительность их английская, она иногда напрягает. Сказать по правде, я не могу даже понять,
это хорошо или плохо. Вот такая вот бдительность. Но самое опять интересное в том, что когда я стала спрашивать, звонить там в их это консульство, вот спрашивать, как мне быть, и что вот мне все-таки в двери тут дырку сделали, как мне ее теперь. Ну, то есть нарушили, потом мне сломали раму, да. Там, может быть, незначительные какие-то переломы, поломки, но все равно для меня это проблема, это надо опять кого-то вызывать, я сама не умею. То есть я им сказала, что а как вот это теперь будет? Но они сказали, что, к сожалению, они ничего не могут сделать. Если вы хотите, мы вам пришлем, конечно, мастера, который вам поможет, но за вашу оплату вы должны платить за это сами. Вот как это все воспринимать, я не знаю. Вот такая вот их бдительность для меня, конечно, странно. Ну и потом получается, что дай бог, что не вышибли входную дверь, но все равно по мне, да, как-то это вот как от этого уберечься, я не знаю, конечно, но мне это, сказать по правде, не понравилось.